Оп, раз, два, три. Кажется, все работает. Че, ты зайдешь в эту в осаду на каточку, нет? Да, ну запускаю, что. Сейчас запущу так. Раз Уже позвал. заходи. Ну так я, не, я так, так ты бы меня в Блин, овер хоть стой, позвал. я ж подожди, сейчас я на наушники переключусь, что-то я забыл. Угу. Окей, давай. Так, ну-ка. Скажи что-нибудь. Кто-нибудь. Я там чуть не обнял. Поль, присоединишься? Вон, пока заходите, я... Не-не, только не это. Пробую истребление. Как всегда, надо разыграться, да? Ну, типа. А мне надо, кстати, будет в овер зайти. Я не знаю просто, почему мне она в один зашла. И это не из-за того, что я там, типа, мне из-за того, что я не взрослый. Я просто, ну, я играл на нее где-то году 17-му. Мы вместе с братом ее одновременно купили. Ну, сговорились, купили. Нам понравилось обоим, типа. Ну, я думаю, что возраст здесь точно ни при чем. Просто так. Ну, понятно. Не, просто вот мне нравится. То есть я Team Fort, это Team Fortress мне вот, допустим, не нравится. Хотя Overwatch, ну, как бы да, мультяшность, но мне нравится, вот просто я как бы долго в нее играю, поэтому мне она и импонирует, я поэтому и ждал вторую часть. Понятное дело, то, что, не знаю, если, может, ты в нее там начнешь какое-то время играть, может, она тебе понравится. Понятия не имею. Все индивидуально. Просто как-нибудь, если время будет, можем катку откатать, если ты ее не удалил, конечно. Я Windows NES. Я А. поставил 11. А, опять? Да. Ну, тот раз она еще была хреновенькая. Сейчас посмотрим, как она будет себя вести. Что-то в игре... Ну, я уже зашел просто. Блин. Я Это мы запустил истребление. Но у вас уже катка нашлась или только Нет, поиск? поле еще в этом как-то вон. Она в казуале, Тренировки, я да. вижу. Ну, у тебя тоже. Ну, я тогда тоже на учебку схожу маленько. Пальцы размять. Ладно, пусть пока Lost Light кучается. Все. Гигабайт 300. Да, ладно, у меня Wi-Fi тут в общаге есть, поэтому живем. Жизнь. О, сразу вынесли. Вернитесь к кого, выполнению тебя? Задания. Да. Что ты, Вадим, завтра выходной получается? Ну да, так я на больничном так-то. А, ты ж на... А чё с тобой, стоп? Ну я приболел просто немножко, но уже выздоровел вроде как. А, ну больничный-то идет, ну значит можно это, кайфовать. Конечно. Блин, слушай, не могу я пока. Вы ушли слишком далеко. Вот, прям вот бьют, ты... больно бьют. Еще патроны! Вот ты, Вадим, халявщик, конечно. И... Как так можно? Ой, чёрт. Это свой. Теряю сигнал, вы слишком далеко. Перезаряжаю! Когда очень давно не играл, да? Так, ну, в смысле, ты не так уж и давно не играл.
Ну, уже прилично. Так, омега, недели две. А, мне надо мышку настроить. У меня мышка быстрая. И надо 400 DPI поставить. Вернитесь к выполнению задания. Она слишком шустрая. У тебя есть же кнопки? Нет. Надо приложить заходить. Я просто не могу попасть даже. Вы ушли слишком далеко. Сейчас, one second. О, Поль приглашает. Сейчас я. Слушай, я, потому что у меня Ubisoft нет. Сейчас. Да. Мне наваляли сильно. В смысле, это где? Ну, захожу к тебе. Че, так, заходи? Все, ты тут? Все, ко мне просто. Давай без рейтинг. Или хотя да. Давай я один раз истребление. Один раз. Как же иногда не вовремя заходит. А, ну пятница же у нас проверка на чистоту. Это там. Чага, что сделаешь? Блин, не знаю, честно, мне уже домой охота, на самом деле. Переживай, съездишь. Ну ясное дело, съездил. Блин, ты сейчас только еще даже октябрь не кончился, а мне как бы еще и сессию сдавать. Эх. Зато сегодня классно было. Мы брали кровь. Поль, ты что, быстро? А, это истребление, извиняюсь. Истребление, я не посмотрел. Нормально. Спасибо. Я возьму сейчас вот кого. Вардена и его. Это, не помню, как называется этот УЗИ по-другому. Ну, это скорострельное. А, пипега. Пипега. Блин, надо было, можно было посмотреть, почитать, что это за оружие. В смысле, а ты какую имеешь, второстепенную? Ты имеешь в виду второстепенную или основную пипегу? Второстепенную. Ну, СМГ-12. О! Вот ты, Вадим, пипега, конечно. Блин. Оп, минус 2. Перезаряжу. Капкан тащит. Капкан МБА. Капкан МБА срочно нерфить. Да, Вадим. Блин, я его слышал и, блин, тупанул. Ай, подставил. Ну ладно. Я заряжаю! Патифай скинь, ладно. Блин. Просто давай, унес, ладно. Не услышал. Ага. Так, ага, оно там сидит, все. Ударило. Да ё-моё. Просто я просто не успеваю, пока реакции не хватает. Ты шо, Вадим, не настолько старый еще, чтобы реакции это не хватало. Я просто привык к более таким медленным в
Блин, увидел башню, не успел стрелять. А что ты такое последний играл? Вот как раз то, что я тебе написал. А, Lost Light? Ну, типа так. Это ж так. Вижу челупы из дыка. Двух челупы из дыков сейчас. Роуд. Вижу туловище, которое немножко хочет умереть. Да, блин, отдача. Оп, правильно. Ну, уводим дорогу. Здорово, коль не шутишь. Козлина. Оп, здорово. Ай, блин, шакал. Да, блин, я ж ему по голове прошу. Блин. Я отомстил за тебя, Вадим. Спасибо. Спасибо большое. Да ну и за что. Десант. Выливай. Перезаряжаю. Уху. Ай, помните? Ай, еще один. Шайтан. Двое в одной комнате. Да, я одного ранил. Оп, одного сбрил. Сейчас надо после этой катки все же уменьшить скорость. Скорость мышки опять? Надо уменьшить, да. Слишком большая скорость, и это неудобно. А что это за мышка такая, то, что не может прям в игре прийти? Райзер. Так нет, не в игре. Ну не в игре, в смысле при помощи кнопок на мышке. Там у меня Райзер. У меня нету кнопок на ней. Она вообще. Слушайте, она вообще без кнопок. Шучу. Ой. Напугал. Так а чё ты тогда такой плохой мышку? Делаем с она без кнопок. Не, мышка отличная. Мне нравится. Ну я не спорю, но хотя бы, ну, хотя бы чтобы DPI поменять. Я понимаю, что типа ладно, там без всяких этих наворотов, типа там боковые клавиши, ну что ты знаешь. Элементарно DPI поменять. Вы ушли слишком далеко. Что так сложно одну кнопочку добавить, что ли? Ну это. Это на райзере такая. Так, ну обычно у них. Обычно же они у них присутствуют. Но не на всех моделях. Ну, но не сейчас. Заряжу! Оп, баг, здорово. Блин, заметил. Опа. А я понял, Вадим, почему ты начал в Lost Light играть. Так ты просто любитель на это, на толчке поиграть, что ли? Или как? Не, я просто случайно увидел я. Ладно, поверю. Поверю, Вадим, то, что не для толчка специально. Ну а чё, Андрей, типа, мало ли. Мало ли, типа, возраст уже, типа, долго сидишь. Ну чё, типа. А так хотя бы не скучно, да? Ну типа. Секунд.
Приступайте к выполнению задания. Не стрелять. Я ежик. И на кого я потратил? Теряю сигнал, вы слишком далеко. Еще 15 секунд. Я не уважаю, да ёжиков собрали зубы. 5 секунд. Так, надо скорость поменять мышки. Офига себе, 20 шагов. Это я зверь, конечно. Действительно, саблезубый ёжик прямо. Когда нет, знаешь? Ну, есть. Куда мне опаздывать? Один пошел менять DPI. Ты да. DPI не хочешь? Да я не я же, а мой товарищ пошел. Так я там. Ты. Ох, ты либо невнимательный, либо глупый. Я же говорю, не мне менять. На, нафиг мне это менять, я уже привык к твоему DPI. Когда подстраивался, а сейчас нормально. Наконец-то заработал, правда. Че? Я говорю, программа наконец заработала. Сейчас, блин, надо... Которая у тебя за DPI отвечает? Чего? Время? Поль, нажми. Ну что, ты готов? Да, я всегда. Всегда готов. Есть несколько котов. Так, блин, очевидно, Браво. Так, либо они, вероятно, всего забанят Браво. Посмотри, можно я Орегон. Я ничего выбрать не успел. Я бы хотел на Орегоне поиграть. Ну ладно. Но мы будем играть на панке в один. Ну ладно. Ничего с этим не сделаешь. Да. Такова жизнь. Таков путь. Блин, Вадим, вот ты как посмотрел Мандалорца, и так вот это и произносишь. Уже 2 года прошло. Прикольно же.
Согласен, не спорю. Блин, мы в атаке. Мы в атаке. Давайте Каида забаним. Ты что-то за лысый там... не хочешь играть? А у меня ее нет ворст. Зачем мне за нее играть? Блин, я представляю, домой приеду, зайду на свой аккаунт, а там, короче, это, знаешь, уже все пылью поросло. А, кстати, будет домой приеду, на как раз таки будет компьютер прочистить. Вантусом. От пыли. Блин, давно на этой карте не играл. Да, я даже не знаю, что мне взять. А чё я Кию взять? Пробивной? А чё ты мне предлагаешь взять? Я возьму вон докаёбить. Докаёбывать. Найдите заряды с помощью бота. Блин, либо мне кажется, либо мне не кажется. Либо тебе просто кажется. Глюки. Что тебе кажется? Это второй этаж? Да. У вас еще 10 секунд. 5 секунд. Бот обнаружил взрывчатку. Найдите заряд и обезвредьте его. Ох, ответишь мне за бота. Слушай, даже как-то странно, холл чистый пока. В лифте сидит. Заряжаю! Обнаружен заряд. Активирую Сельма. Не было, был один только. А уже убили его? Блин, засканировали уроды. Один враг еще жив. Раз такое-то можно зайти. 15 секунд. Остается 10 секунд.
победа. Противник нейтрализован. Че, подвальчик будет? Хотя не факт. Нужно отыскать заряд. Начало 10 секунд. Бот обнаружил взрывчатку. 5 секунд. Местонахождение заряда известно. Селена? Обезвредить. Не видел. Там Селена, и там кто-то есть в маленькой комнатке. Включаю бота. Погоди, не лезь. Ты мне? Нет. Да, блин. Там бандит. А, вот бандит стоит. И вот там еще. Верните деактиватор. А, блин, зря я так сделал вообще. Оперативники мертвы. Найдите заряды с помощью бота. О, это второй этаж. Разведбот нашел заряд.
20 секунд. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Сменю магазин. Сверху люк. О, нормально так. Надо было так лохануться. Возле лифта Варден. Я пустой, прикройте. Прозрачный щит на месте. Открываю электронику. Адреналин пошел. Считалом готов. Деактиватор установлен. Команда уничтожила врага. Охраняйте заряды. Капкан установлен. Ждем гостей. Секунд. Есть запуск камеры. Еще 5 секунд. Противник не должен обезвредить взрывчатку. Осторожно. Так, проводник запущен. Докладываю, заряд обнаружен. Камера установлена.
Без патронов. Один в серваках. Я знаю, я его имею. Он прям лежит на полу. Тем, вот он. Я встал его. Отлично, молодец. О, он обошел. Он в сейфе. Хранилище. Группа так, противника уничтожена. Офис, офис. Будьте начеку. Обнаружили. К обороне. Колючка на месте. Остается 10 секунд. Еще 5 секунд. Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. Someone hasn't picked up their rook armor. Please pick it up. Please pick it up. Подарок врагу. Поставлю колючку. Блин, не получилось. Блин, видел же я в башку. Меняю магазин. Она на улице висит за окном.
противник еще жив. Блин, бота не может увидеть. Ремка. О, здорово. Да, да. Я тебя не сразу, Макс, слышал. Ой, подальше был. А что ты решил постримить-то? Не знаю, он попробовать. Вспомнить былые времена. Много зрителей. Полина и твой сын, да? Да? Ты угадал? Серьезно? Нет, только я сам себя смотрю. А ты хорош. А ты хорош. Я погляжу, у этого, у Ревки вообще окончательно крыша поехала. А почему? Guys, он же больше часа играет в Stand Alone 2. Please stay on site. Что такое Stay on site? Оставаться на понту. Хотите, я СМР устрою? А чё ты? У меня там сухарики лежат. Ё-моё, сейчас... Тебя услышит весь мир, если посмотрит. К обороне, не дайте врагу пройти. Мы сейчас, сыграем катку, уйдем, потом еще придем. Ты будешь с нами, Макс? Во что, в Сидж? Да, конечно, что же еще-то? Если получится, потому что до этого, когда хотел Сидж установить, короче, я нажал на установку, у меня там что-то Ubisoft Connect там появляется, там что-то типа, не подключается, Ну, может, все нормально будет. Посмотрим, ну, сейчас попробуем. Если получится, будет классно. Да и тем более, Макс, что ты решил, потому что у меня крыша поехала. Во-первых, как бы у меня на Дискорде, и у меня Дискорд и дома, и как бы и тут вообще. Я тебя не забываю. Но я бы на самом деле не видел. Я укрепил стену! Обидно вообще-то. А ты что-то другого не знаешь, ожидал услышать? Да нет, конечно, я знаю, потому что ты мразь. А я тебя не считаю. Я еще сухарики принесу. Блин, я тебя потом кастрирую. Макс, я приеду в Питер и кастрирую тебя. Так, а сухарики все равно. Он будет очень рад. Я подходил на. Ну, знаешь ли, типа. Я хоть как-то тебе напортачу в жизни. Ой. А не то. Не понял, что надо это. Чепаху. Извиняюсь. Так, ладно. Закрою стендов. Так, Макс, тебя кастрировать или не кастрировать? Думай сам. Удачи тебе добраться до меня, откопать меня где-то. Еще кастрировать как-то. Ой, господи, у кого там шум такой? Твою ж мать! Поджёг! Ремка, мы у тебя слышим себя, но очень сильно искажённо и громко. Ой, бля! Ну, с этим я ничего не запускал. Что Discord мне запускать в паблу. Так, спасибо. Ладно. Не важно. Коля, спасибо. А это не ты меня вылечила? Но все равно спасибо. Значит, там они на стеллажах в архиве стоят. Да, потому что я поджог их. Давай, шумиху! Ой, меня подожгли! Хера себе, у меня первый коннект. Удивлен, сервера не легли еще окончательно. Так, кто присоединился?
Ахмед. Один враг еще жив. Опа. Вадим. Да, Ахмед. Ты же в курсе, что твой YouTube канал считается как за детский контент? Какой? Серьезно? Ну, на твоем стриме нельзя чат открыть, потому что он считается как детский контент. О, всего ли так получилось? Ну ладно. Задание выполнено. Да, но я куда я хотел открыть чат, а нельзя, потому что это тут. Да, я не знаю, как именно канал, но вот этот стрим, он считается как за детский контент. Ну ладно. Возможно. Надо бы переделать тогда.